Сэр, покрасимся. Пятница, у нас империя, да? Да. Так, 75 броня. Давайте я этот скорострел возьму. Бери. А я без краски. Без краски еще нет. Да. Ну как без краски? Без да. Максимальных красок. Со скорострелом тоже 30 тысяч оказывается. Смотрите. Я думал, где-то 29 будет. Скорострел 40, да, который? Да, последний тигровый. Да, ты крутой мажор, я думаю, да? Я думал, только с атакой это 30. Я все понимаю, игра гнать не будет, первый бой же, помнишь, гонит, да, запустила, нет. Да. Так, перпинен, я открываю, короче. Смотрите, что не зависло и так далее. А эти мне ласти. По другим там. Только заходим и все. Так, ягуар у нас и бродяга, и бугатти, да? Ну да. По центру там. Так, перпинен, вот. Перпинен, да? Да. Да-да. Я создал. Тихо. Кто-то вылетел, по-моему, нет? Нет, нормально. Нет, все так. Да, я аптечку поставил, или эту поставить, что ли? Купон. Скажешь, когда... Че, я гвардов? Я обновил. Не купить поставил. Поехали. Лишь бы запустила она. Ну да. Наблюдайте, чтобы не зависло там. Кружочки. А это только где-то шляться надо, чтобы узнать, завис или не завис. Нет, там, если что, круг будет. Загрузка. Ну, если загрузка будет, то уже завис, значит. Пока 40 секунд, да, у нас идет? 44, да. 40, да. 45. Да. Да. Тут что, стоп нажать или? Нет, иди до конца. А то сейчас другие. Славы, команды верят. А, пофиг. Что, вообще никого нет, что ли? Минута 20. Я вижу. Не, ну это так, проверка, чтобы никто не завис. Ага. Поехали. Все. Пока никого нет. Слева. Вот американцы. Грейв. Искры вышли. Искры. Вижу. Давай я под тобой. Сейчас я чуть-чуть зарядюсь. Иларион ко мне ездит. Кончай его. Ну не могу я его кончать. Сейчас я кончу, все, не обращай на него внимания. Ягуар там сзади, возьми что-то там. Надо было тебе взять что-то там, упало. Бугатти, он за тобой поехал, мину кинь. Одну кинул. Бугатти, ты у нас... Одну кинул. Ты у нас самая главная цель. Да, все любят меня стрелять. Сундук упал. Я не доеду до сундука. Я говорю, заедь, да, возьми, я в сундук пойду возьму. Бля, со скорострел. Давай, правильно. Ой, молодец. А вот сундук я не успел. Меня убили. Давай, Сикс Грэм, сильно не шутите, если есть возможность заканчиваем. Хорошо. Ягуар, лечусь. Так, Иларион обить надо, у него дублет на. А что его же нет? Я... Атака, не скажу, этот. Атаку? Иди сундук ловите. А вон,
Этот вышел, короче, тайфун. Куда вышел? Их там двое, я на сопле. А закончили, да? Ты рано закончили. Да, что-то рано мы закончили. Или сундук взяли, что ли? Дневник нормально, отлично. Красавчик. Мишукин с Грэем, короче, у них состав тоже хороший. Главное держаться вместе. Ошибки не должно быть. Да, у нас составы разные, две Ауриги, Орион, две Ауриги, Орион. По идее, это другой состав, не с нашей карты, короче. Да-да-да, не с нашей карты, у нас Росгвардия. С нашей карты еще никто не играл. Может, с нашей карты кого половим? Или что? Да, я вот... Это нет, давай до карты половим. Остановить надо. Эй, короче, парни, я без финала, вы идите в финал, но, бля, я не пойду в финал. Хорошо. Так, как, нормально? Нет. Чё, останавливаешь? Да-да, сейчас остановлю. Где-то минута будет. Не спеша так. Остановил. Нажимаю. Давай-давай. Давай. Нам бы кого-нибудь с нашей карты, блин. Я представляю, сколько очков X-Grey дало. Походу, штук 10 как минимум. Флагов, максимум. Хорошо, что их дали нам. Финал не едут они, короче. Да, финал они не едут. Стоп, у меня загрузка. Стоп, останавливай. Выйди и зайди. Загрузка? Я выйду. Может быть, я тоже вообще выйду с игры и зайду по новой? Давай. Да. Так, я создал, короче. Заходим. Создай. Нормально. Блин, никто из наших не играет, слышишь? Сыграли уже, мы уже вторые стоим. Нет, я имею в виду из нашей карты. Да сыграли, говорит. Трое наверху стоят. Понял. Походу, 10 минут ждут. Ну, не знаю, посмотрим. Походу, не тормози, да, наверное? 50 секунд. Ровно минута. Минута. Справа. Одного бьем, короче. Далее. А, мне варёна надо бить. Не ты подвинься? Я говорю. Чё? Там на сопле он остался. Стреляли, двигайтесь, не стойте на месте. Назад, вперед не надо. Они в центр ушли. Там что-то падает. Шара стрел и так далее. Я забрал скорострел, уехал в синий флаг. Хорошо. Опять взял. Оставь аптечку. Возле меня аптечка. Лишь бы сундук поймать. Бля, они спрятались. Вот сундук. Вау. За этим упал в сундук. Берите. Кто может? Я еду. Бугатти едет за сундук. Бугатти, сундук твой. А, это броня, восстановление. Пропусти этого, Кидай мины. Да, я с ним поехал на карасель, где мы. Давай, вдвоем его. Давай. Это вам не турнир, ебаный, Грей, нах. Вон там аптечка лежит. Красный флаг, аптечка тоже. Кому надо? Держимся вместе. Пошли бродяге помогать. Давай.
Так, стоим тут. Вон там налево, Эларион. Налево, Эларион. Да-да, там сундук упал. Сундук. Там тут еще. Сундук. Камни. Может, ты заканчивай. Дома. Еще сундук. Я пошел. Давай-давай, иди сундук бери. Меня убьют сейчас. Сейчас, это вам вообще турнир, ёбаные греи, да? Ну, не знаю. Тут головой надо играть, нахуй. Турниры просто, они, блядь, в хлам крашеные, блядь. 4 ауригина. И без конца встают там. За камни. Ну, все-то встают, но они чересчур, нахуй. Никто не играет из этой нашей карты вообще, короче, весь. Да. Да. Кстати, мы первые стоим. Кстати, тут смотри, некоторые попадают, совсем по-плохому играют. Да. И что, если ты до минуты будешь ждать? Будут попадать чисто все их греи. Это хреново. С нашей карты никого нету. У меня первый... Сейчас до минуты остановишь и заново начнешь. Почему? Потому что хорошо. Если они в 27 начинают, как раз мы на Росгвардию куда-нибудь, может, попадем. Там тоже хорошие бойцы сидят. У меня первый раз, наверное, 30 тысяч сиона. Да ты что, я с 31 катался. Кайф, да? Ну, броню ощущаю. Броню ощущаешь? Да. Скорострел тоже хорош, бешеный. Бешеный? Просто видишь, если вдруг я с вами в финал выйду, то, блин, завтра я могу вас подвести. Не завтра, так послезавтра. Понятно. Если мерка вас страханет, конечно, я зайду с вами. Но смысл и толк. Да. Тут никого вообще там нет. Сейчас остановлю еще раз. 65 будет. Крачок пошел уже, перкань. Пошел отчет? Да. Один команд уже. Пошел. Не, из нашей карты никого нету. Росгвардия на нуле стоит. И все. Да с такими красками турнир играть бы, да? Ну, видишь, турнир карта маленькая. Знаешь, что они далеко рождаются, да, окей, эти танк нормально. А в ближнем бою Эларион вообще не танк, короче. Его с двумя с тремя минами сносят. Да, что-то нет никого уже третий раз, что ли? Походу они ждут. Наверное. Сколько можно ждать уже? Да иди уже все, нету никого пока. Минута уже. Да. Ну, а что сделаешь? 10 секунд. Ладно. Еще один команда пошел. Ну ладно. Ты там сильно этот по чату не ходи. Да, да, да. Вообще не смотри. Полтора минуты. Бьется. Держимся вместе. В одного стреляйте, в одного, у кого там? Вон, Боб. Ну ты застрели меня. Он готов. Вот этого, ближнего. Ух, блядь, как он спрыгнул, а? Да, кстати, он что-то трансформировался. Я поехал, короче, за аптечкой. Сейчас смещаемся отсюда? Здесь ничего там нет. Вон там наверху ауригу. Щелкните, слышишь? Угу. Скорострел. Ой, хорош. Хорош. Привет. Сундук у меня. А нет, где этот сундук? У меня. А, сука, проебал сундук. Вот я лошара, прикинь. Или взял? Нет, это... Ты проебал сундук. Проебал? Да, меня снесли. Тебя снесли, значит я проебал его. Вот я лошара, вот отсюда.
Так, не рассыпайтесь. Меня поставил, ебаный урод. Дымит красный. Скорострельный там. Я взял. Забирайте, забирайте красный. Пугатный. Я взял это, скорострельный. Блядь, давай. Давай, давай. Давай, давай, я с той стороны помогу. Минус ставь, минус ставь. Давай, давай. Кани, Савелий, давай, минус, дай. Можно, по идее, заканчивать уже. Давай, правильно. Мина, мина там. Ох, блядь. Мина там. Я не увидел. Кончайте этого. Как его? На, нахуй, еще одни мили, блядь. Ты, они что, все поле обосрали? А мы проигрываем, слышь? А, все, проиграли мы. Они собрали уже камни все. Кончайте, давайте, сундук. Ёбаные проиграли. Не повезло. Ёбаные. В самом конце. Чуть-чуть. Я там не увидел этой мины. Нарвался на. Бля, я тоже на мины нарвался. Можно было сразу закончить. Да что-то я поехал, и я там мины оказались. Не увидел, короче. Ну, вы поверили в себя. Да, поверили в себя. Не, все, короче, мальчики. Давай без ошибок. Тут камни играют роль, а не убийство, нахуй. Чуть-чуть ошибся еще. Ну что, ты на мини подорвался, я на мини с камнями подорвался, и все. Нет, два сундука проебали еще. А, еще два, да. Я стоял рядом с сундуком, прикинь, назад сдаю, и что-то как-то это... Ну, бывает. Ну, а у Рига... Хотя недопустимо. Шустрый так, он быстро поедет. А что-то этот отчет мне не нравится. Долго такой. А никого нету, Саша, карта. Мы там по убийствам выиграли, но этот... Камни пиздец. Ну... Пиздец собрали они. Мы не вовремя умерли. Так, подожди. Но... Что ты? Что ты остановил? Я просто посмотрю. Хоть 17 дали, нах, а то 10 дали бы, нах, пиздец было. Кстати, на верхнюю команду не смотри, они на один бой больше нас сыграли, если что. Бля, почему сразу не дают, нах? Потому что никто с нашей карты не играет. Это пустая карта, что ли? Пустая карта. Да, бля. Вот разговаривай, 0 уже, бля, 27 турнира прошло. Понятно. Теперь в каком бою мне слиться, слышишь? Блядь, этот поле такой зеленый, и мины не увидишь, короче. Маленькие такие. Хуй заметишь, короче. Блядь, больше минуты. Ну да. Так, я дальше останавливать не буду, потому что время уже. Нету? А нету никого с нашей карты, так что не тормози. Блядь, опять полторы минуты. Кстати, Коджик что-то плохо работает, слышишь? Кто? О! Это импортался. Импортался. Я промазал, блядь. Я промазал, там змею надо. Убили, да? Да нету змею. Конечно. Кто-то ко мне едет. Аптечка тут у меня. Ох, блядь, промазал опять. О, аптечка, аптечка! О, так успел. Видел, да? Видел, да? Так, никаких ошибок, короче. Ох, блядь, что-то не стреляет, я стреляю. Ему. А он там стал-то хорошо, он горит. Да, змея хорошо сносит. Но. Сундук не берем, потому что мы выигрываем. Вот он. Этот. Может, там атака. Может, там атака. Нет, восстановление. Короче, пацаны, я походу этот бой сольюсь, слышь? Сейчас более-менее вас до победы доведу. Да пока сливать не надо, последний бой, слышь. А если последний бой? Жесткий бой. Ну, пока не надо. Зачем я лоб на лоб встала?
Назад дай нам. Да, дай назад, выпусти его оттуда. Вот так вот, чтобы хоть быть уже постреляли немного. А вон змея стоит. Скорострел. Змея, блядь, скорострел. Ну. Там опять что-то. Сундук сбила. Взять нельзя. Что, забрать? Бля, бери, похуй. А этот забрал, сзади. Осторожно, бля, лишь бы не проиграли опять-то. Меня нету пока с вами. Зарут меня. Собери камни, все нахуй, заканчиваем. Из зона. А вот я слышу камни. Все, как скажешь. Заходи. А то сундуки где-нибудь появятся и все нахуй. Будешь вон, мы, бля, самые наверху идем, так что, бля, ну, я не знаю. Лучше бы я этот бой слил, слышь, и легче было бы. Попадем ли мы в финал? Мы один бой проебали. Поверь, там люди еще хуже играют. 19 взяли, тоже 17 одни взяли, 14 взяли. Вот самая нижняя команда по 19 берет. Что, сейчас опять Virtus Pro? Будем отыгрываться? Да, просто этот, не надо. Опять их сбей. Они в центр ушли, я ушел налево. Там в районе буду стоять. За кустом стою, вон меня стреляют. Поднимите, да, я выпущу один разок. Иди, иди. Все, давайте, там кто-то горит, кто-то не горит. Цифей пришел. Цифей пришел, он к вам пошел. Сзади нас идут. Да, они вот они. Да вот смотри, они, блядь. Че они так на меня напали-то? Эти тоже хитрые. Блядь, тут везде аптечки, короче. Он, спаси аптечки, слышь. Где аптечка? Промазал нах аптечку. Не, взял. Не этот бой можешь слить. Сундук упал. Да где атаки на? Оставь одну аптечку. Оп. Да. Ой, хорош. Завис, прикинь. Завис, да. Чуть-чуть хорош. Чё-то нам атаки не дают. Всё встаёт. Цифея уберите. Сейчас я беру здесь. Бля, убил. Нихуя он тебе... Аптечка справа, Цифея. Опасный момент. Бля, у Цифея еще мины нахуй. Вот они начали собирать, камни собирать. Да. Там Алдига на сопле одна. Бугатти сзади, спереди, справа. Сейчас я приеду к ним. Змею надо убрать. Меня уберут. Что, змея? Все, заканчиваем. Давай. Блядь, убили, опять меня убили. Соберите камни, ёпта. Не хочу проигрывать. Все. А ты говоришь, бой слить. Ну, это напряженный бой. Ты что, это где-то не соперники, чтобы сливать, бля? Да, просто боишься, на. Там секунд играет роль. На. И что, последний бой, и мне его по-любому надо сливать, слышь? Давай. Ну, он первый идем, тем более это первый стоит. Надеюсь, нормальный легкий соперник, слышь, будет. Бля, 2 очка проебали, 2 очка. Теперь я уснуть не могу, нахуй, сегодня. Ладно, бывает. Буба там, красавчик. В ВП встречались?
Да я говорю, мы их гасили по полной. Просто я нарвался на мину, не увидел. То есть, смотрите, я, короче, я на своем танке, и три Virtus.pro ходят, и какие-то, две или три такие, ну, левых чувака. Ничего, гасили, мои камни не трогали, вместе, короче, сыграли. Для меня даже это новость была, что Virtus.pro, короче, жесть. Защищали камни. Вообще, да, ну, да. Жесть. Да вы чё? Да, я сейчас скин скидывал. Их три Virtus.pro там был, и я не помню, еще двое было. Кто же был, я не помню. Все, они защищали, все, разэтовали. Давайте, удачи, смотрите, в конце я вам когда скажу, что меня нет, я выйду. Вьетнам. Окей, окей. Все нормально, там, короче, есть. Ты просто сверни, и все, само в конце. Смотри, сверни. И что, победу не засчитают? Да? С игры увидишь и все. Куда он съебался-то? Карпичка он пошел. Да, я пошел. Я здесь. Баба! Сундуки не берите, три стихи. Ягуар, сзади. Сзади, скорострель. Не, я понял, ты бери его, почему? Потому что я сейчас с игры буду выходить. Сейчас. Сундук не трогает, ну не трогай ты сундук. Я думал, блядь, что-то упало. Ну. Постой, я. Где ты, ёбаный? Да что-то я добил. Антенна жёлтая. Только слышите, этот сундук пока не берите. Если будете брать, скажите, ладно, играть, чтобы я вытянул. Хорошо. Давай, короче, поставлю мину, у меня чуть камни есть, я еду к тебе на базу. Идет? Нет. Сундук нихуя не идет, смотри, как они едут за мной. Это сундук взял. Ты можешь... Подожди, падай. Блядь, они стоят, нахуй, нахуя встают? Да кого встают, вот смотри, меня гоняют на моей базе, слышишь? Вижу, конечно. Все, я, короче, игру закрываю. Давай, закрывай. Вот на базе один. Давай. Все, давайте. А на базе он один, с камнями. Я сундук взял. Что, закончилась игра? Да, я сундук взял. Да. Что, поскольку дали? 15. Красавчик. Да. Потому что сундук взял. Не, ну я вам пострелял и вышел. Да. Ну что там, стоим там в финале? А я в финал не попал!